какой-то сейчас американец, вот в Шереметьеве, сидит там в гостинице, на, а кто он такой, что он такой, что это назревается, что это, к чему, и вот это, Америка сейчас, Россия, и вот это... Это специально так делают, это для чего делают? А чтобы вот какую-то бяку сделать, вот, вот бяку сделать, чтобы два народа между собой погавкали, вот сегодня, вот к этому стремятся, вот. Вроде мелочь, да, мелочь, вот, приехал какой-то там с Америки в Россию, вот, американец, из искры возгорится, как Владимир Ильич Ленин говорил, из искры возгорится пламя. Вот, вот этот американец, вот так оно и получится.